мне нравится зелень, город. Нравится. Смотреть на город из окон своего жилища она теперь может каждое утро. Паралимпийская чемпионка Наталья Мамлина получила долгожданные ключи от новой квартиры. Девушка рассказывает, что уже строит грандиозные планы по ремонту своей однушки. Я сразу всем обзвонила, всем написала, сделала фотографию с ключами, всем отправила фотографию с ключами, то, что вот наконец-то, конечно, все тоже порадовались за меня, родители, друзья, и, честно, до сих пор не верится. У меня просто вот готова была прыгать от счастья, потому что все-таки с 2017 года я ждала, когда у меня появится своя квартира. Этих квадратных метров у Натальи могло и не быть. 2 года назад девушка купила квартиру в строящемся доме. Потратила 2,5 миллиона рублей призовых, но стройка заморозилась. Девушка пыталась решить проблему самостоятельно и даже записала видеообращение. Я обратилась со своей историей на YouTube. Записала ролик, выложила, и этот ролик увидел Панков и пообещал помочь. На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Николай Панков. В своем телеграм-канале «Пару слов» он написал пост о проблеме паралимпийской чемпионки. После этого добился того, чтобы девушки обменяли недостроенную квартиру на ту, что находится в уже сданном доме. Он увидел то, что вот паралимпийская участник паралимпийских игр, то, что в такой ситуации, и он увидел, и просто вот как бы надо помочь. И у себя на канале в Твиттере выложил пост, что хочет помочь и будет помогать. Сейчас Наталья планирует делать ремонт в новой квартире. Девушка уже начала присматривать мебель и выбирать обои. Говорит, что как только закончатся работы, сразу переедет в свой дом. Альфия Багапова, Олег Бирюков, Саратов, 24.